Вітаю вас, друзі. Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Дарашевська. Чи можуть побутові проблеми зіпсувати нам долю? Ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Бит у рознь. Знаєш? Буває бит в радость. В этом театре работает 14 уникальных человек, актеров, людей просто, мастеров. Антибиотики не придуманы против этой бациллы, которая называется театр. Вообще все куклы настоящие. В руках кукольника куклы настоящие. Друзі, ми з вами продовжуємо зустріч з актором Миколаївського театру «Ляльок» Костянтином Гросманом, в компанії якого ми і проводимо сьогоднішню неділю. У творчих людей трудові будні несколько відрізняються от трудовых будней других людей. Хотя у нас все люди, конечно, безусловно, очень сильно творческие. Но творческая жизнь актера, она все-таки отличается от жизни обычного человека. Знаете, я скажу такую фразу глупую. Конечно, насмешу своих коллег, видимо, но так должно быть. Актер, он работает над собой 24 часа в сутки. Ну, так должно быть. Он должен постоянно какие-то, особенно куклы, да, постоянно что-то с руками. Меня вот фокусники этому научили, я когда в цирковом училище учился, в эстрадном отделении. Там фокусники, они постоянно монету крутят между, постоянно, то одной рукой, то... Они постоянно 24 часа, они только спать ложатся, и то, по-моему, во сне продолжают, чтобы руки. Поэтому выходят многие в люди. Ребята, которые с нами учились, сейчас все в Европе. Здесь они приезжают сюда, переодеваются, бреются и опять идут в Европу на полгода работать. Вот, они хорошо стали, потому что они вложили, и они теперь имеют право получать дивиденды. И так должно быть, конечно. И в этом университете нас учат. Учат ежедневным. Меня научили... И вот на прошлой сессии, например, такой Олег Олегович Раенко, замечательный абсолютно актер, причем невероятной скромности человек. И мы когда узнали о нем всю его подноготную, сам не говорил, мы случайно книгу там купили о нем, то, что там много написано. Мы, конечно, были удивлены, невероятно. Он научил такой актерской гимнастике шикарной, которую могут делать все люди. Начинается все с рук, голова, ноги, все тело, на напряжение, расслабление. Это очень хорошо. Это типа йоги? Нет. Актерская тренажка обычная, замечательная. Я сейчас занимаюсь этим каждый день, дома ли, в театре ли, и это замечательно. Бывает, приходишь, мы же живые люди, нам же тоже не чуждо ничего человеческого. Мы тоже можем быть сонными, тоже можем быть там какие-то... Раздраженными, полениться. А вот я делаю уже, пока вот я ее делаю, все, у меня все куда бы девалось. Вот моментально приходишь в тонус и готов идти на сцену работать. Это очень здорово. Поэтому в нашей профессии мне когда-то, как и физически, так и душевно, надо быть все время на стрёме. Не позволяет душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь. Душа обязана трудиться и день и ночь. Да. И то же самое у нас. Постоянно надо быть на стрёме. Постоянно надо быть, потому что профессия обязывает. И у нас работают актеры, старше меня даже, коллеги мои замечательные. И несмотря на то, что, скажем, уже там где-то за 56, за 60, они постоянно вот такие, привычка. Они даже репетируют иногда, давайте сейчас быстро пройдем, просто вот пробежимся там по тексту, просто вспомним там куклу. Есть такие спектакли, недавно работали, просто вспомнить. Так, в полножки, вспомним. Не получается у них в полножки, не получается. Начинают работать, через 20 минут репетиции вдруг они понимают, что они полноценно играют спектакль. Они отдаются сразу полностью, как-то совершенно это непроизвольно. Это в крови. Это привычка, все, это бацилла уже непобедима. Антибиотики не придуманы против этой бациллы, которая называется театр. Театр кукол в частности. У нас даже своя есть организация, УНИМА называется. Я уже 2 года как член этой организации. Мощная организация. Кукольники все друг друга знают. Вот кукольники Украины, мы более-менее друг друга знаем все.
А если не знаем, где-то на фестивалях там появляются же новые актеры, режиссеры, и мы все знакомимся. И в кукольном мире многие знают, ну, кто пришел не на 15, не на 2 дня, а навсегда в профессию, знают многих. И корифеев, и метров, и, ну, знаем мы друг друга, и знаем российских, и молдавских, и белорусских, и так далее. И известных европейских, прибалтийских мастеров. И у нас такой, как бы, кукольники, кукольчик такой. Кукольники крепко держатся за руки. Да, да. Вот у нас особая страна, особое государство. И директор наша Виктория Петровна Терещенко, она часто об этом говорит, что в этом театре работает 14 уникальных актеров, людей, уникальных. Потому что, к сожалению, ну, мы чего-то с драмой все время у нас какие-то, ну, не в, там, в университете. Здесь, слава богу, все нормально, потому что у нас иногда в наших спектаклях участвуют актеры драматических театров, и, там, нас куда-то приглашают и так далее. И, там, кино, телевидение, все такое. Но у нас актер театра драмы с куклой не сможем. Мы без куклы сможем, как драматические артисты. А драматические артисты с куклой не смогут, потому что это надо... Кто, у кого нет кукольного образования, или кто приходит, допустим, из драмы в куклы. Ну, вот интересно, мало ли, как жизнь складывается по любому поводу. И с куклой очень тяжело. Это со стороны кажется, ну что там? Ну, вот, а нет, это только со стороны кажется. Я сейчас покажу, да, вот это вот все. Вот это вот. А теперь я тебе давно повторю. Давай, подержу микрофон, я не убегу. А я не усомняюсь. Ну, попробуй. Друзья мои. Вау. Ой. А, да? Да уж. Кукольник из меня. Сейчас, подождите, у него же еще руки двигаются. Да. Сейчас. О. Нет, это надо одновременно. А, одновременно. Да. Костик, лучше пусть каждый занимается своим делом. К сожалению, я с куклой пока не смогла. Но с другой стороны, если хотите, то можно ж попытаться овладеть этим искусством. Это же не самая сложная кукла. Вот марионетки есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять нитей. Десять. И каждая нить, она исполняет свою функцию. Вот это ноги. Вот это руки. Вот это спина. Это колорит грузинский. Это голова. Это армянин. Армянин. А? Это вот. Да, да. Судя по глазам, по этим печальным глазам, да. Да, ну он не очень печальный, на самом деле. Он такой строгий очень, но справедливый. Вот, поэтому каждая нить выполняет свою функцию. И это 10 нитей, это не предел. Есть куклы 40 нитей. У нас нет в театре, ну без надобности. Друзья мои, мы хорошо смотримся вместе, правда? Да. Здравствуй. Боже, Костик, слушай, он настоящий. Мама, да, дорогая. Это я ему сам делал эти все. Телезрители, ужас. Он настоящий. Чему ужас? Это же здорово. Это здорово. Да, ну как-то хочу вам сказать немного. Пока-пока, друг. Ну, вообще все куклы настоящие. В руках кукольника куклы настоящие. Вот висит кукла, бревно. Просто кусок ткани, и поролона и папье-маше. А когда берет актер, я подчеркиваю, кукла живая. Друзья мои, это мистика. Это ловкость рук. Ловкость рук и никакого мошенничества. Но я почему говорю, что в этом театре работает 14 уникальных человек. Актеров, людей просто, мастеров. 14 уникальных. Потому что оживить куклу с 10 нитями не так просто. Потому что нити иногда путаются. Во время спектакля бывает такое, что даже есть сцены, где «А, дорогой, да, я тебя обниму». И в это время могут запутаться нити.
И нужно следить, и вот со стороны посмотреть, если, да, моменты, когда глаза вот так работают, как у хамелеона. Один глаз правую сторону, правую сторону свою, левую, потому что нужно смотреть, чтобы нигде нить, ни за какой крючочек, ни за какой-то не зацепилась. Если это происходит, то как-то это выпутаться из этого по-актерски не так. Ой, блин, что ж делать? Запутал. Нет. И у нас запутывается, и перехват, и зубами поправляют там иногда, и вот так, ну, 5 пальцев с одной руки, 5 на другой, а нити 10. При одной рукой ты держишь, другой рукой нужно, вот как на арфе играешь, не знаешь, я всегда восхищался арфистами, потому что я не понимаю, как это можно, как они там, должна посчитать, на какую струну дернуть, а они это делают вот так, красиво, еще ногами на педали нажимают, что же они в длинных этих, потому что они же там еще ногами шевелят, вот. Поэтому, ну, мало того, что это сложно, это невероятно интересно. Чувствуешь себя этим повелителем кукол. Вот. Но они же не сразу слушаются, куклы. Не сразу, нет. Иногда с куклой договориться очень сложно. Вот я только хотела сказать, спросить, а бывает, когда кукла не хочет, но не признает тебя? Бывает, бывает. Когда-то был спектакль... по-моему, куклы могут все, или серпантин тоже для взрослых, концертный. И у них была кукла, там стриптизерша. Ну, в хорошем смысле слова. Да, такой хороший, добротный номер. И они ее, вот честное слово, они, пацаны, которые работали с этой куклой, они ее уговаривали, каждый спектакль, и не всегда можно было уговорить. Вот один раз все, раз, блеск, там же трансформация, там это слетает, это потом залетает, это уходит, это... А бывало, что вот нет. И они ее прямо уговаривали, как живого человека. Да, вот со стороны живого, можно подумать, что люди с ума сошли. Бывает. А я когда пацаном был, я пришел в театр еще совсем юным мальчишкой. И я кукол брал домой. Те спектакли, которые мне давали роли, я брал домой кукол, я с ними ел. Я ложил их на подушку, с ними спал, как ребенок, знаешь, трехлетний, который любимая плюшевая игрушка. И я таким образом с ними договаривался. То есть мы с ними, у нас становилась единая аура, хотя я, конечно, не знаю до сих пор, что это такое. Ну, я там где-то слышал умное слово, а теперь его применю, чтобы все подумали, что это уже очень... Единое энергетическое поле, Константин. Ой, боже мой, как страшно. Ну да, можно, туда тоже можно. И вот так вот приходилось договаривать. Но сейчас проще, потому что я не упущу момент, когда делается новый спектакль очередной. Мы же уже знаем, кто кого будет играть, чтобы не поучаствовать в изготовлении. Вот этого Микича я ему делал туловище, руки, ноги, вот эти все сочленения, да, и делал усы, волосы все ему. Хотя изначально это не моя роль была, это другая, но того я тоже делал, вот. Тоже ему прическу делал вот эти вот все суставы. И привязывал всех вот эти управления делал, и подвязывал всех кукол. Вот. Потом так получилось, что я вообще не вошел в этот спектакль, я заболел. А все равно я туда попал, в него попал, и получил вот эту роль Микича Катрянца, купца. И я счастлив бесконечно. Это вообще, я сам себя играю там, ничего придумать. Ну, псих взбалмошный такой. Такой тоже человек, который много страха напускает. Ну, нормально. Мне нравится эта роль. Мне очень нравится. Во-первых, там очень красивые вокальные партии. Поем мы живем абсолютно. Вот спектакль такой. Обычно в театрах для простоты и легкости пишутся фонограммы. Композитор пишет музыку, аранжировку делает, приходишь в студию, берешь микрофон, поешь за себя, за Колю, за Петю, за Васю. Потом приходит Лена, поет за Таню, за Маню, за Дуню. Ну, не все поющие, к сожалению. Ну, бывает так. Бывает прекрасный актер, но вот Вася Бурдык, царство ему небесное. Ты чудный был актер, обожал я его. Ну, вот не пелось ему, ну не пелось. Ну, так ну, бывает. Не пелось, да. Вот. Ну и у нас не всем поется. Ну, я не считаю, что это великая трагедия. Ничего страшного, нормально. Но в последнее время у нас пошла тенденция, и я очень этому рад, актер на сцене поет живьем. Все, без вариантов. Может быть, там какие-то бэки-шмеки прописываются, ну, чтобы это как-то объемнее звучало. Так, и в этой хануме мы поем абсолютно все живьем. Абсолютно. От первой... дзынь до последней. Единственное, что там сцены... Так это же вообще музыкальный спектакль. Ну, это же, да, это же...
И это было условие режиссера, я с ним абсолютно согласен. Как же можно петь мюзикл, я не знаю, как это, музыкальный спектакль, оперету, как угодно. Как можно петь с фонограммой? Во-первых, это же видно, это, я понимаю, там за ширмой тра-ля-ля не видно. А когда это открытый прием, и к зрителю выходишь прямо вот сюда непосредственно, и надо еще попасть в свою собственную фонограмму, ну, звезды такого масштаба, как там, я не знаю, вон эти наши, я их, к сожалению, плохо всех знаю, я не слежу за творчеством. А, Оля Полякова, правильно? Я ничего не перепутал. Я не знаю, Костя. И я смотрел какой-то концерт, телевидение, показывают крупняку такую вот... И она нет, со своей фонограммой не встречается. Да. Ну, так бывает. Раньше на телевидении писали, это было условие, потому что не было возможности, не было такой аппаратуры, как сейчас, и поэтому все эти концерты были записаны. Это мне понятно более-менее. Тогда и певцы не скакали по сцене, стояли по стойке смирно. А сейчас, когда наличие аппаратуры, есть возможность петь живьем, они поют под фонограмму. Зато мы поем живьем, и пусть весь мир подождет. И очень интересно, очень здорово. И даже те ребята, которые раньше якобы вроде бы не пели, из-за них там якобы вроде бы кто-то пел, да не все сейчас, все поющие актеры, все от мала до велика, от млада до стара. И сейчас, и это, конечно, открывает сумасшедшие перспективы теперь уже. И теперь уже никто не скажет, ой, я не могу, я не мнение, все поющие, все молодцы, все классные. Вообще, конечно... Сейчас такой коллектив классный у нас, можно только об этом мечтать. Слава Богу, пусть завидуют все нам. Тем более, что вы не боитесь конкуренции или, как это говорят, что ну вот сглазят. Ну, не, даже не в том, что сглазят. Сглазят. Глаз не хватит нас сглазить. Нет, у нас с этим строго. У нас тут не... Ну, начнем с того, что у нас дружные. Нет, ну, бывает всякое, как в любой семье, да. Даже семья, если там они уже так душа в душу живут, все равно нет-нет, да разобьют об голову друг другу тарелочку. Без этого не бывает. А я читал интересную вещь в интернете. Я умею пользоваться компьютером и интернетом, вот как неудивительно. И я там читал интересную вещь. В Америке, в отсталой очень стране, существует целый институт семьи, причем они разрабатывают специальную такую вот методику. Если в семье все хорошо, больше чем год супруги не ссорятся, не ругаются, там просто тюси-пуси, они предлагают провоцировать скандалы, провоцировать, потому что вот это все, оно просто приведет, ну, к краху. То есть надо обязательно, чтобы в семье были вот вспышки такие, всплески эмоциональные. Вот. Так что, господа, если у вас в семье вы давно не ссорились ни с кем... Начинайте драться прямо сейчас. Нет, ну спорить можно обязательно, да. Ну это же другой менталитет, у них же доллары там вообще ходят. У нас они тоже ходят. Когда они слабо ходят. Где-то какими-то дорогами. Короткими перебежками, да. Не, у нас менталитет просто другой. У нас надо создать институт семьи, чтобы наоборот придумали методику, как гасить ссоры. Потому что, к сожалению, сейчас такое время, вот как отгоняешь от себя все время, давай тебе позитив, воскресенье, выходной день, все хорошо, все спят, только телевизионщики не спят и актеры. Вот. Дело в том, что время такое, что, к сожалению, многие семьи распадаются именно от неустроенности быта. Потому что очень хочется есть, и хочется есть то, что хочется есть, а не всегда это получается, приходится есть то, что есть. Уникальная фраза, такая тавтология, но тем не менее же правда жизни. Не, ну что, те, у которых есть что есть, те порой не могут есть. Еще Бернс об этом писал. Да, да, да. Кто писал? Роберт Бернс? Да, вообще уникальный человек. Конечно. Костик, но дело в том, что... Бывший кукольник, 100%. Может быть, но, ты знаешь, позволь тебе возразить. Ты говоришь, сейчас такое время, когда отношения разбиваются о быт. Но еще когда-то Маяковский говорил, любовная лодка разбилась о быт. То есть быт, он присутствовал и присутствует всегда, к сожалению. Вот только умение к этому быту относиться. Нет,
Нет? Может быть, да. Но Маяковский тоже, я очень люблю до сих пор Маяковского, несмотря на то, что его сейчас нигде не достанешь и не прочитаешь, вообще досками забили, у него шикарная лирика есть. А все привыкли, что он, а если в партию сгрудились мало, не надо читать школьную программу, почитайте лирику Маяковского, нельзя вот так вот убивать человека вообще. Ну, это такое дело. Быту рознь. Понимаешь? Бывает быт в радость. Вот я, когда мои близнецы были маленькие, приходил домой, такой уставший весь, вообще как забитая собака. А они прыгали и кричали: «Давай! Давай!» И я брал одного, так подкидывал, потом он перебегал, становился в очередь, потом добавлялся третий ребенок. И так всех троих я их подкидывал, потом я их кружил. Просто... Но это быть в радость. Потом я падал замертво и засыпал. Если учесть, что Константин отец четырех детей, господа. Четырех, да. Старший закончил уже академию, магистратуру с красным дипломом. И он всем рассказывает, что он сын студента. Магистр с красным дипломом, сын студента. Ну, такое в жизни бывает все. Да, ну это смешно даже где-то. Ну, учиться никогда не поздно. Так же, как и любви, все возрасты покорны. Вот. А быт – это такое дело. Сейчас, конечно, сложная ситуация, но у меня… Ну, сложная в чем, Костя? Ну, в вообще чем? Вообще жизнь сложная. Работа… А когда она была легкая? Ну, это всегда было так, да. Но сейчас как-то особенно остро стоит эта проблема, потому что, сами понимаете, что происходит. Но у меня жуткая такая интуиция хирургическая. Вот. Мне в режиссуре она очень помогает, когда я занимаюсь иногда режиссурой, и учусь я же на режиссуре, мне помогает интуиция. Вообще хирурги, режиссеры. Это особые врачи, люди. Да, у них должна быть интуиция, чуйка так называется. И моя интуиция меня ни разу не подводила. Если бы сейчас вот жизнь начать сначала, я бы закончил театральный университет там 26 лет или институт, и сразу же поступил в мединститут. Ну, сейчас мне уже поздно. Вот если в театральный я еще прохожу каким-то боком, то в мед уже нет. И я бы с удовольствием бы еще в медицине подучился. Ну, Костик, не расстраивайся. Нет, зачем? Я же уколы собакам делаю. Ну, обращаются иногда люди, там, собака заболела, уколы. Я не очень счастлив. И сам мастер во всех направлениях. Да. Все собаки выжили. Во время съемок передачи никто не пострадал. Сам себе делал, это нормально. Мне же мама медик. Я к чему? Что интуиция моя сумасшедшая мне подсказывает, что вот еще чуть-чуть, и в стране будет такой подъем и рассвет, закончатся вся эта глупость, вся эта гадость, которая сейчас происходит. И ну, просто вообще небывалый раз. Люди вздохнут спокойно. Я не могу сказать точно, я же не глоба, я не могу сказать в следующую пятницу, как этот Мил, не помню, очень давно, по-моему, прошлую пятницу. Вот я чувствую, что будет просто здорово. И те, кто уехали за границу по разным причинам, кто-то типа захотел лучшей жизни, кто-то на заработке остался, кто-то случайно вышел замуж за иностранца и там погряз в роскоши, они и будут нам завидовать. Костик, главное, знаешь, чтобы не было, как у поэта, только жить в эту пору чудесную, уж не придется ни мне, ни тебе. Как свежие будут розы моей страной, мне брошенные в гроб, да. Но, знаете ли... Видите ли, не переживайте. Просто вспоминаем поэзию, да. Нет, правда, будет все хорошо. И придется нам, мы это все застанем, мы это все... Это будет не так долго, нужно будет этого ждать. Но это будет обязательно, это неизбежно, потому что по-другому нельзя никак. Мы же растим детей, у тебя дети, у меня дети, мы же хотим им лучшей жизни, значит будет. Я не знаю насчет материализации мыслей, я в это не очень верю, но мне кажется, что когда чего-то хочешь и добиваешься, обязательно добьешься, под лежачий камень вода не течет. И, пользуясь случаем, я хотел бы пожелать телезрителям здоровья в первую очередь, потому что нет здоровья, нет жизни. Терпение, потому что терпение и труд все перетрут. Хорошей, достойной работы, ясного, мирного неба над головой, потому что только любовь и мир созидает. Война и
ненависть разрушает. Поэтому только любовь, любите друг друга, любите ближнего, любите своих соседей, невыносимых с перфоратором, любите продавцов, обвешивающих вас на рынках и в магазинах, любите просто случайных прохожих, любите, любовь созидает, только любовь принесет мир, дружбу и радость нашей жизни. Не забывайте о своих детях, как это иногда делаю я, думайте о них больше, чаще, улыбайтесь им, обнимайте их, целуйте, им это надо, поверьте, это необходимо. И пусть нам всем поможет Бог, у кого какой есть. А он, как известно, у всех один. Спасибо вам большое, что были с нами в это воскресное раннее время. Тож, друзі, за порадою нашого сьогоднішнього героя, актора Миколаївського театру «Ляльок» Костянтина Гросмана, будемо не лише сподіватись на краще, а знати, що все буде добре. Щодень завтрашній нам готує «Почуємо зараз». Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре. 9 березня – обретіння чесної глави Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього. Цей день пов'язаний з птахами, які знаходять свої гнізда. Значить, весна вже на порозі, і скоро наступить тепло.